Дорогие друзья, доброго вечера. Меня зовут Марина Синельникова, и мы сегодня будем практиковать мягкую йогу в потоке виньяса флоу. Садимся в удобное положение, осознаем опорные точки, складываем ладони на колени и вытягиваемся вслед за макушкой. Закрываем глаза, осознаем свое состояние в настоящий момент, наблюдаем за телесными ощущениями. Чувствуя каждый вдох и каждый выдох, переводим внимание на процесс дыхания. Осознайте поток воздуха, двигающийся из внешнего пространства и погружающийся в ваше тело с каждым вдохом. Замедляем дыхание, углубляем вдохи и растягиваем выдохи. Настраиваемся на сегодняшнюю практику, отпуская все, что не имеет отношения к настоящему моменту. И все внимание переключаем в момент здесь и сейчас. Сложим ладони в намасте, ладонь к ладони на уровне сердечного центра. Сформулируем намерение на сегодняшнюю практику. Осознайте, какие изменения вы хотели бы увидеть в своей жизни? Подумайте об этих изменениях. Сделаем глубокий вдох, руки поднимем через стороны. И потянемся, раскрывая замок вверх, удлиняясь вдоль боковых поверхностей корпуса, от самого копчика. С выдохом медленно руки уводим за спину, собирая их в замок. Подбородок чуть приопускаем, макушку толкаем вверх, поясницы не прогибаемся, живот остается собранным. Сделаем вдох и с выдохом поставим пальцы рук перед собой, уходим в мягкий наклон. Можно слегка раскачиваться из одной стороны в другую. Погружаемся, направляя живот к стопам, вытягиваясь от копчика вслед за макушкой. Отсюда мягко перетекаем, ставим правую ладонь в сторону на уровне таза и потянемся вверх, уходя слегка в диагональ направо. Уходим снова вперед, в то положение, из которого вышли. Ставим ладонь налево, делаем вдох, раскрываемся в левую сторону. Уходим в исходное положение, пальцы рук перед собой. Сделаем мягкий подъем. Поставим ладони под плечами, колени под тазом. Делая вдох, прогиб, раскрываем плечи, выдох, скругляем спину, таз, направляем вниз, опуская голову. Вдох, прогиб, выдох, круглая спина. Глаза закрываем и следуем вниманием за движениями тела, связанными с дыханием. Мягкий вдох и выдох. Еще несколько повторов вдох. Голову не запрокидываем. Лицо направлено вниз, макушку толкаем из точки между лопатками. Выдох. И остаемся в нейтральном положении, подтягиваем живот, уводим левую ногу в положение на весу, правую руку в противовес, взгляд направляем вниз. Сохраняем положение равновесия, внимание уводим в брюшной центр, это ваш живот, подтягивая его с каждым выдохом. Подтягиваем левое колено, пальцы на ноги расправляем. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Круглая спина. Вдох. Мягкий прогиб. Еще несколько движений. Выдох. Скругляемся. Вдох. Уходим. Прогиб. Еще один мягкий выдох. Нейтральное положение. Подтягиваем живот. Правая нога толкает пятку назад. Левая рука в противовес. Живот собран. Удерживаем положение баланса, колено подтянуто, пальчики направлены на колено. Взгляд вниз, макушкой тянемся вперед,
максимальная собранность и устойчивость. Возвращаем ладонь в исходное положение. Колено на поверхность. Выдох. Круглая спина. Вдох. Прогиб. Наблюдаем за ощущениями, которые появляются в области между лопатками. В спине в целом, в области живота. Выдох. Еще один вдох. И нейтральное положение. Уходим назад. Садимся, собираем стопы вместе. Положение Бадхаконасана. Если необходимо, создаем опору сзади на пальцы рук, чтобы поддерживать вашу спину в ровном положении. Если комфортно, делаем захват за носки под носками. Закрываем глаза и делаем раскачку коленями вверх-вниз, наблюдая за ощущениями в области таза, тазобедренных суставов, вытягиваясь от копчиков вслед за макушкой, вырастая, словно дерево, стремящееся к солнцу. Дышим медленно, как на настройке. Углубляем вдох и замедляем выдох. Раскачиваем тазобедренные суставы, область крестца, разогреваем, заполняем энергией эти точки в вашем теле. Еще несколько дыханий. И останавливаемся. Уходим в опору на ладони, ставим стопы перед собой на ширину коврика. И опора сзади, корпус чуть-чуть отклоняем назад. По одному колену опускаем вниз, пальчики ног направляем на себя. Делаем мягкие движения без привязки к дыханию. То есть дышим свободно, так как комфортно. Наблюдаем за скручиванием тазобедренных внутрь. Разогреваем область таза. И стопы откладываем. Дальше вращаем носками, рисуя круги в воздухе. Сгибаем колени в момент, когда носки отводим на себя. Стопы можно положить чуть шире, чем таз, так, чтобы носки не сталкивались в тот момент, когда уходят внутрь. И меняем направление движения в другую сторону. Разогреваем голеностопы и коленные суставы. Включаем каждый пальчик на стопах. Еще несколько поворотов. Замедляемся и останавливаемся. Стопы вместе к себе, скрещиваем их. Далее без помощи рук, если комфортно, делаем подъем. Или, уходя на впереди лежащую ногу, также можем свободно сделать подъем. Без лишних движений. Встаем на переднюю часть ковра. Носочки вместе, пятки вместе, колени подтянуты. Отстраиваем позу горы, вытягивая след за макушкой. Закрываем глаза, либо направляем взгляд вниз перед собой. Осознаем вертикаль вытяжения от стоп к верхней точке. Делаем медленный вдох, поднимаем руки через стороны, раскрывая ладони, толкаем их вверх, подкручиваем копчик, нейтрализуя прогиб в пояснице, подтягиваем живот. Из этого положения вдох с выдохом, медленно скользим вниз. Если необходимо, сгибаем колени, сохраняем ровное положение спины, направляя живот к бедрам. По мере своих возможностей мягко опускаемся до того уровня, в котором вы чувствуете легкое вытяжение задней поверхности ног. Сгибаем колени, живот стелим на бедра, делаем вдох, взгляд направляем вперед. Вытягиваемся от копчиков к макушке, отводим плечи от ушей. Опускаем ладони на поверхность, делаем отшаг назад. Положение планки. Ровная линия от пяток к макушке. Если необходимо, опускаемся на колени, для того, чтобы положение было более комфортным. Если достаточно возможности, то остаемся с коленями на весу, без прогибов поясницы, подкручиваем копчик, толкаем себя максимально ладонями. Опускаем колени вниз, чуть дальше, чем линия таза.
уходим грудной клеткой с выдохом на поверхность. И со вдохом, если получается, выныриваем в полный вариант собаки. Морда вверх. Если испытываем дискомфорт поясницы, то остаемся грудной клеткой на поверхности. Вытягивая след за макушкой. Один из двух вариантов, который комфортен вам, выберите его для того, чтобы использовать продолжение сегодняшней практики. Отсюда через колени перетекаем назад, тянемся вслед за копчиком. Если необходимо, сгибаем колени, живот направляем к бедрам. Следим за тем, чтобы руки и спина сохраняли единую прямую линию вытяжения. Не скругляемся грудной клеткой, тянемся чуть вниз. Держим плечи расправленными, живот удлиненным. Сделаем вдох и с выдохом по одной ноге. Комфортно подшагиваем вперед. Живот на бедра, Артха Уттанасана, вдох, взгляд на шаг от кистей, выдох, живот к бедрам, Уттанасана в своем варианте, в неглубоком или глубоком, сложились, выдох, со вдохом с ровной спиной делаем подъем, вытягиваемся вверх и через положение собранных ладоней, положение самасхити опускаем вниз. Дальше эту последовательность мы будем чуть-чуть с вами ускорять. Добавляю новых положений. Из положения горы вытягиваемся, настраиваемся, делаем вдох. Подъем рук вверх с выдохом, медленно складываемся. На линии таза происходит складка. С последующим вдохом выныриваем в положение Артха Уттанасана. Нужно на согнутых ногах. Отшагиваем в планку выдох. Планки вдох. С выдохом опускаем колени и грудную клетку на поверхность. Со вдохом свой вариант подъема, либо составляя грудную клетку на поверхности, либо полностью. Перетекаем через колени, собаку мордой вниз. Делаем вдох, а остаемся здесь на несколько циклов дыхания. Далее осознаем правую ногу, накатывая вперед правым бедром, касаемся живота, делаем выдох и мягко вышагиваем вперед. Если вы чуть не дошагнули, доползите стопой, не торопясь, так чтобы пятка стояла четко под коленом. Делаем вдох, через положение подъема возвращаем руки в самасхити перед собой. Здесь поясницы не прогибаемся, подкручиваем копчик, живот подтягиваем. Плечи держим расправленными. Взгляд перед собой на несколько шагов от стопы. Наблюдаем за дыханием и за вытяжением вдоль дуги от левой стопы к макушке. Отсюда еще один вдох. С выдохом опускаемся, расстилая живот по правому бедру. Отводим ногу назад в планку. В ней несколько дыханий. С последующим выдохом колени на поверхность, положение восьми точек, выдох. Выныриваем в кобру или в собаку мордой вверх, вдох. Перетекаем через колени в собаку, мордой вниз, выдох. Остаемся здесь на несколько циклов дыхания. Спокойно, медленно дышим. Осознаем левую ногу и с очередным выдохом левой ногой, левым бедром тянемся к животу и шаг вперед. Дошагиваем, если надо, доползаем стопой. Положение первого воина, вдох, руки через стороны и возвращаем самасхити. Подтягиваем правое колено, чуть подкручиваем копчик. Плечи расправлены, внимание в устойчивость. Осознайте стопы, осознайте сильные нижние конечности. Медленно дышим. Находимся в настоящем моменте, наблюдая за тем, что происходит с вашим телом. Отсюда руки через стороны, вдох. С выдохом живот расстилаем по бедру, отшагиваем в планку. Несколько дыханий в ней. С очередным выдохом колени на поверхность, грудная клетка вниз, выныриваем вдох в своем варианте, перетекаем через колени назад, выдох, собака мордой вниз, остаемся здесь,
И с очередным выдохом с любой ноги под шаг вперед. Выныриваем в Ардхутанасану, половинка наклона, если нужно, засгибаем колени на прямые, либо да, чуть-чуть подсогнутые ноги, складка, выдох. И с очередным вдохом подъем руки через стороны, через самосхитхи, опускаем вниз. Последний круг нашей сегодняшней, основанный на нашей сегодняшней виньясе, которую мы только что повторили, начнем с нее же. Руки через стороны, вдох. С выдохом складываемся в Уттанасану. Со вдохом выныриваем взгляд вперед, если нужно, сгибаем колени. Отшагиваем назад, выдох, планка. Опускаем колени на поверхность. Вниз, 8 точек. И вдох, выныриваем вверх. Перетекаем через колени в собаку мордой вниз. Остаемся здесь, несколько циклов дыхания. Расправляем плечи. Помните, что сгибаем колени, если необходимо, для того, чтобы сохранить ровную линию плечи и спина. Правой ногой с выдохом. Медленный накат вперед. Опускаем пятку сзади стоящей ноги внутрь на поверхность, так, чтобы носок был завернут чуть-чуть внутрь. Правый локоть на колено. И дотяжение в положение вытянутого угла. Тянемся здесь, создавая единую прямую линию от стопы, проходящую через таз к вашей кисти. Несколько дыханий. Собираем живот, подтягивая его. Устойчивое положение ног. Скользим рукой поверху. С выдохом взгляд вниз. Планка. Опускаем колени на пол. С очередным выдохом вниз, грудная клетка. Выныриваем собаку мордой вверх, через колени. Собака мордой вниз. Несколько циклов дыхания в этом положении. Осознаем левую ногу и с выдохом делаем ей накат вперед, шаг. Если надо, дошагиваем. Правая пятка внутрь, носок чуть скошен. И положение вытянутого угла. Сзади как будто бы находится стеночка. Создаем вытяжение. Если комфортно, взгляд направляем вверх. Единая линия от стопы через таз кисти. Вдох. Скользим кистью поверху, взгляд вниз. Выдох. Последняя на сегодня планка. Если устали, опускайте колени. 8 точек. Собака мордой вверх. И через колени утекаем назад в Шишанкасану. Дотяните себя. Ноги ставим на пальцы. Руки приклеиваем. И тянемся от кистей копчика, удлиняясь вдоль рук, вдоль спины. Вдох. И сбрасываем. Опускаем подъемы. Расслабляем локти. Голова опускается на поверхность. В этом положении понаблюдайте за тем, чтобы ваша шея была расслаблена. Локти полностью лежали бы на поверхности. Отсюда круглой спинкой медленно делаем подъем. Переносим ноги вперед. Укладываем их перед собой. Вытягиваемся в положение дандасаны. Стопы вместе. Достаем ягодицы, уводя их чуть-чуть назад. И центрируем грудную клетку над тазом. Если вы чувствуете, что вас тянет назад, согните ноги, чтобы спина была при этом ровная. То есть наша задача — выровняться без напряжения, излишнего напряжения в области живота. Тянемся вслед за макушкой. Ладони упираются на одной линии с тазом, толкают вас вверх. Плечи сильные, расталкиваем их в стороны. Дышим. На вдохе расширяю грудную клетку. На выдохе собираю живот. И почувствуйте сейчас, как мышцы вашей спины, буквально как корсет, поддерживают ваше тело. Идем в удлинение.
не оседая вниз. Сгибаем левое колено. Укладываем стопу ближе к тазу, настолько, насколько получается. И разворачиваем опорную часть стопы на себя. Колено опускаем вниз, носочек правой ноги направляем на себя. Если нужно, колено немножко согните. Делаем вдох, вытягиваемся вверх с выдохом. Мягко опускаемся вниз до того уровня, до которого вам комфортно. Выдох. Если необходимо, помните, колено остается согнутым. Наша задача — медленно расстелить живот на бедро. И не стремиться опуститься к колену, а удлиниться. Делаем в своем варианте, который доступен вам. Чувствуем вытяжение вдоль линии спины и вдоль задней поверхности правой ноги. Сделаем подъем. Перенесем левую ногу через правую. Поставим пятку на одной линии с коленом. Вытянемся со вдохом вверх, пальчики на правой ноге направим на себя. И с выдохом уходим в скручивание. Здесь захватываем либо очень мягко, с небольшой амплитудой, колено. Следующий шаг, если комфортно, переносим локоть. И если здесь чувствуем себя в безопасном положении, то тогда руку заправляем под бедро. И сзади опорную кисть уносим назад за поясницу, собирая руки в замок. Взгляд направляем в сторону поворота. Наблюдаем за тем, как двигается живот в процессе вашего дыхания. Вдохи и выдохи направляем именно в область живота и поясницы. Наблюдаем за тем, как удлиняется правая лопатка, линия от середины спины к вашему правому плечу. Еще один вдох, выдох и со вдохом возвращаемся в исходное положение. Выпрямляем левую ногу. Сгибаем правую, укладывая стопу перед собой. Вытягиваемся вдох, с выдохом уходим вперед к ноге. Помните, если необходимо, сгибая колено. В своем варианте мягко погружаемся вниз. Удлиняемся от копчика к макушке. Плечи опускаем от ушей, дотягивая шею в линию удлинения. Направляем расслабление в заднюю поверхность левой ноги, начиная от стопы до таза. Еще один выдох. Сделаем подъем. Переносим правую ногу и ставим пятку на линии с коленом. Ровная спина, вдох. С выдохом в своем диапазоне скручивания либо обхватываем локтем, либо переносим локоть. И если чувствуем себя комфортно, то делаем перехват. В своем варианте взгляд в сторону поворот. Пальцы на левой ноге расправлены. Чувствуем целостность формы. Чувствуем, как тело принимает эту форму с каждым последующим выдохом. С очередным вдохом делаем поворот. Возвращаемся вперед, садимся на середину коврика и круглой спинкой медленно скользим вниз, постепенно расстилая позвонок за позвонком. Делаем вдох, с выдохом круглой спинкой делаем подъем вверху, вдох. Наблюдаем за вытяжением позвоночника. Еще один выдох, внизу вдох, выдох, подъем. И наверху вдох. Скользим последний раз вниз с выдохом. Опускаемся по одной стопе. Откладываем от таза. Выпрямляем ноги. Ложимся так, чтобы было удобно.
с выдохом перекатываемся на бок в удобное положение, оставляя глаза закрытыми, как в своей постели. Не торопитесь, понаблюдайте за ощущениями в теле. Еще сделаем здесь вдох. И с очередным выдохом ладони, стоящие перед вами, аккуратненько помогите себе подняться и сесть в удобное положение. Вытягиваемся вверх, ладони складываем на колени. Наблюдаем за тем, как изменилось состояние с момента начала практики, как изменились телесные ощущения. Ладони сложим на мосты. Поблагодарите свое тело за сегодняшнюю практику. Я вас тоже.